Здравствуйте, с вами Светлана, мы в магазине Fix Price, улица Астраханская. Блокнот. Цену, правда, я не вижу на него, но цвета различные, симпатичные, а также зажимы для бумаг сердца. 12 штук и цвет старое золото. Есть бронза, есть черные. 12 штук, 199 рублей. Корзинка сердца. Ну, мне кажется, оно не такое уж и сердце. Ну, что-то такое. Плетеное, 16 на 15, 149 рублей. Смотрится очень даже симпатично. Товар к дню Валентина. Это у нас подсвечник такой или светильник. Теплый белый свет свечения. В виде сердечка на подставке, 299 рублей. Привезли к нам подносы декоративные на ножках. Размер 30 сантиметров. Цвета есть желтые, голубые, синие. Смотрится очень даже симпатично. А также цветы в горшочках. Цвета цветочков разные. Есть желтые, есть оранжевые, голубые. Также птички декоративные. Длинные ножки и подставочка. 199 рублей. Вот такие вот фигурки. По-моему, были такие похожие. Цена 249 рублей. Немного отличаются по цвету. Есть серые, белые. Декоративная фигурка. 17,5. В серебре и в бронзе. Джентльмен. 199 рублей. Замечательно подойдут рядышком, если будут стоять вот такие вот вазочки. Ну и, конечно же, шкатулка 249 рублей. Серебряная и зеркальные стороны. А внутри черная. Горшочки для цветов. 79 рублей. Материал доломит. Есть отверстие внутри для слива жидкости, то есть воды. В магазин Fix Price опять привезли лампы светодиодные с переключателем и может работать от USB. В наличии много их, а также для мужчин органайзер, набор сверл. Их здесь просто огромное количество. Вот на 23 февраля можно мужчинам подарить. Цену на ламп я не вижу, девочки. Их много. А вот цены нет, но есть крепление. Женщина может сама повесить, если есть желание. Также есть набор стерженьков для горячего пистолета. 5 штук, 11 на 200 миллиметров. И тоненькие. Вот такие вот. 10 штук, 7,2 на 200. Преддверные коврики. 38 на 58. Смотрится симпатично. Компания Home. И турецкие мотивы, коврики антискользящие. Но обратная сторона, знаете, напоминает фетр. Не думаю, что их можно стирать, и они недолговечны. И давайте рассмотрим стеллажи, где стоят кухонные товары. Очень симпатичный термос. 450 мл. Цвета колбы различные. Есть золотые, черные, розовые, бирюзовые. Цена 299 рублей. Также бутылка для масла. Это новинка, 300 мл. Чтобы открыть, нужно повернуть крышку и удалить пленку с крышки. Вот такой вот дизайн. Цена 149 рублей. Также есть электрическая мельница. 299 рублей. Открывать коробочку не буду, не буду надушать упаковочку. Также банки привезли для специй. Солонка и перечница имеют две ручки, как стаканчики, такие бокальчики под горячее. Давайте что посмотрим здесь у нас в коробочке. Откроем и посмотрим. Это набор емкости для сервировки.
подставка бамбук. Длинная ручка и три емкости. Стекло не сильно прозрачное, такая мутная, но симпатично будет стоять на столешнице, если у вас есть много места. Так, цена 299 рублей. Замечательный подарок к предстоящим праздникам. Овощечистка 55 рублей. Фирма Kitchen. И резьба на ручке различных цветов и оттенков. Ножи универсальные по 99 рублей. Ручка под дерево. Лезвие 13 сантиметров. Длина ножа 25. Подставка под горячее 19 и 12 сантиметров. 55 рублей. Цвета в ассортименте. Ложка для соуса от фирмы Kitchen 79 рублей. Такая маленькая, интересненькая, под серебро. Зачем щипцы кухонные привезли за 99 рублей. Цвет ручки под дерево 22,5. Написано, что ручка из бука. Если вы покупали, понравилось ли вам это приспособление, то есть щипцы кухонные. А также очень много ножей привезли. Нож Сантоку, это повтор. Были уже эти ножи. Кстати, замечательные ножи. Длина лезвия 14 сантиметров. Сам нож 24,5. Кухонный нож для нарезки 24 сантиметра. Длина лезвия 12,5. Вот этот нож мне понравился больше всего. А также есть нож для нарезки фруктов 79 рублей и 19,5. А также кухонные ложки силиконизированные 22 сантиметра. Цвета в ассортименте, цены нет. А также посмотрите, какое ситечко, милашка. 59 рублей, 17 сантиметров. Удобно подвесить, допустим, на кронштейн или на петельку какую-то. Привезли вот такие вот ситы. Имеет ручку сита и, конечно же, петельку для того, чтобы подвесить. Мне кажется, такие ситы удобные для заготовки, допустим, томатной пасты, томатов. Смотрится очень даже неплохо. 199 рублей. Интересные подносы привезли. Поверхность подноса под мрамор, черный, антискользящая. Фирма Kitchen. 35,5. Если вы не купили, забыли купить формы для салата, впереди праздники, 59 рублей. Круглые и квадратные. Также ножницы кухонные, 99 рублей. Также можно колоть и орешки. Пакеты для хранения, 5 штук, 77 рублей. Что у нас здесь новенькое? Это форма для печенья. Ну, мне кажется, это с Нового года еще остались. Цена 99 рублей и форма для сэндвича. Различные зверюшки. Зайчики, мишки. С Нового года стоит такая вот емкость с трубочкой. 420 мл, елочка. По-моему, завозят перед Новым годом уже третий раз. 99 рублей. Каждый раз хочу купить, и что-то меня останавливает. Мои любимые кувшины. Смотрите, какие красивые. Нет, это не кувшины, это от Паши Бахче бутылка. Стиль лофт. Крышка у нас силиконизированная. Стекло. Очень даже упрочненная, девочки. Классная бутылка под воду. Также есть чайники. Чайники вообще красотки. Посмотрите, из нержавеющей стали, фирма Kitchen, заварочный чайник, сам стеклянный. Нет, не стеклянный, это пластик. Ошибочка. И вот такие вот чайники. French Press, 249 рублей. Кружка для пива, просто огромная, она и тяжелая. Kitchen, 299 рублей.
и курницы. Не разобрали, к Новому году остались. Коробки подарочные очень красивые. Зеркала, поцелуи. Также принт очень красивый, различный. 99 рублей. Небольшие презенты, допустим, для девочек-подружек. Копилка Мишка. Цвета в ассортименте. Есть вот такие вот розовые. Цвет салатовый, голубой и желтый. Свеча сердца в наборе 2 штуки, 149 рублей. Цвет сиреневый, розовый и красный. Свеча медведь, очень милый и симпатичный. Прям милота-милота, 8 сантиметров в высоту. Цвета розовые, желтые, сиреневые. А также для оформления подарка вот такие вот замечательные ленты и бантики. 77 рублей. Наклейки сердца 55 рублей. Также цвета в ассортименте. Думаю, что понравятся клипсы декоративные 59 рублей в виде кактусов. Сердца в упаковочке 3 штуки 79 рублей. Цвет малиновый, желтый, зеленый. И мне понравились вот такие вот баночки. Стеклянная банка, пробка, крышка. И там записки с желаниями. А также для девочек-хозяюшек силиконовые формы для выпечки. Цвета в ассортименте. Еще вам хочу предложить фоторамки 10×15 в виде сердца по краям. Можно как и повесить эту фоторамку, есть петельки, также можно и поставить. Давайте посмотрим еще у нас в продаже к Дню Валентина. Привезли ручки подарочные, пушистые. Мордочка, носик и ушки. Цена 99 рублей. А на этом все. Пока-пока. С вами, конечно же, была Светлана.